Не free, а three. Free. Я говорю free. Типа free my guys. Free my brother. Free my bro locked in the pen. Я, кстати, с того трека так их лица не запомнил, даже не увидел бы. Они всегда в очках были и в темноте. Да, плюс это еще было давно, кстати. Бля-бля-бля-бля-бля. Так, я хочу крутой припев. Ну это вот припев, но он красивый. Ну он такой не сильно качевый, но красивый. Эй, мне все-таки тот трек больше понравился. Ну чувак, это совсем другие два трека. Это же очень хорошо, когда они разные. Это очень спокойный такой трек, и мне он тоже нравится. Вот этого чувака там вроде не было. Первый чувак вообще нормально почитал. Да. Блин, обожаю Камина, кстати, охуенно. Он чем-то похож на Мёрда Битс, кстати. Не знаю, знаешь ты его или нет. Это тот чувак, который дохуя битов написал для Мигас там, это, очень похож на Мёрда Битс. Много такого, то ли это автотюн, то ли что, какой-то такой эффект прям вот чувствуется, знаешь? Но это красиво. Да, немного автотюна. Не, мне нравится чувак эта песня, не знаю, почему я не особо вкатила, но мне нравится. Просто по сравнению с Джесски, она такая спокойная какая-то. Ну она под настроение, конечно. Да. О, опять же, чувак. Единственный чувак, который взял очки. А нет, хотя третий чувак тоже был. Да, второй был без очков. Первый только получается. Да. Даже я очки снял бы там. Вау. Охуенно, чувак. Да, обязательно. Ну, это круто, чувак, вообще, не знаю, мне прям вкатил трек такой, знаешь, атмосфера такая, типа, ну, спокойная обстановка у них такая, знаешь, чисто там каминчик, там все дела. Такой, прикольный клип достаточно. Ну, какой-то, знаешь, мне показалась немного однообразная песня, ну, чисто, знаешь. Ну, если. Четыре одинаковых, ну, не одинаковых куплета, но таких. Самый первый, кстати, вообще взорвал. Чувак. Да-да-да. Больше всех. Ну, Мола, я так понимаю, это есть этот самый. Мол, да, наверное, это он. Хотя, мне кажется, вот... это знаешь что? Мне кажется, это их банда. Джетски, кстати, захотел, что этот трек да, еще раз включить. Да, надо Джетски послушать. Мне кажется, Джетски был попизже. Не, ну то, что попищет, это возможно. Просто, знаешь, это такой трек, который
Ну, блядь, вот, знаешь, бывает такое, то, что когда ты, блядь, просто хочешь музыку включить, там, типа, в тачке или просто там это, чтобы он, типа, играл, типа, тебе было прикольно, приятно, но, mm-hmm. как бы, он, типа, знаешь, не был слишком мощный, чтобы тебя, блядь, не отвлекать. Вот yeah, есть такое чувство. Yeah. И это вот идеально так для такого. И мне достаточно понравилось вообще. Вот. Ну, что-нибудь там, типа, в фильмах, где ничего-нибудь такое, где-то что-то тоже там играет, где-то бэкграундом mm-hmm. прикольное, не знаю. Вот. Ah. Ну, молодцы, красавчики, чуваки. Салют, салют, Даня. Салют, Даня, ребята, воу. Har ikke noget at sige til dem, vi engang går forbi, vi er dem, min bror. Popper stadig ned i dem, laver stadig min easy penge, min bror. Stigen den er lagt, den er iskold, ikke som de andre, de snakker, bror. 3, 5, 7, 10, 80, brr, 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 da, 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 da. Lav de der penge, lav de der penge til min mamma, mamma, mamma. Fuld respekt og stolthed til min bror.